Опа. Сражаться? Твою мать. Тебе нужны ответы, изгнанница. Наш народ голодал. Мы знали, что нужно делать. И не боялись сделать это. И не таким, как ты, нас осуждать. Ого. Можно сохраниться? Нет, нельзя. Я понял. Чем это он меня заразил? Смотри, у меня фиолетовое здоровье там. Ты чё, дурачок? Я же девочка. Ну, в принципе, если мы так будем дальше атаковать, то я думаю, там еще на 2-3 раза нам осталось. И мы его приделаем. Даже еще раз. Сейчас соберем 3 магических шарика. И нормально все будет. Опа. Получил? Да трындился. И что же мы получили взамен? Забытые своим народом и брошенные богами. И все же, ты слышишь, они зовут меня. Улетай. Мне бонусы дадут за него? Меня зовут Кор, изгнанница. Ты еще услышишь мое имя? Я первым пустил кровь Богу. Моя рука держала нож, что обрек моих соплеменников. Моя победа в нашем бою неизбежна. Да херушки тебе! Погнали, погнали, Мансим. Нормально, нормально. Наваливаем пацану. Отлично, отлично, все получается в таком же духе. Ага, пропустила. Все, отлично, отлично, проткнули. Кто ты такая, чтобы одолеть меня? Чья кровь течет у тебя в жилах, чужестранка? Чужестранка? Как такое возможно? Привет, финальный боссик. Все больше и больше камней. Следующий, наверное, весь каменный будет, последний. Я танцевал для своего народа, изгнанница. Танцевал вокруг костров и на полях сражений. Я танцевал на сломанных хребтах наших богов и танцевал на руинах нашей цивилизации. Какой ты страшный. Давай же, потанцуй со мной. Так, это не то. Вот это нам нужно. Ух ты! Ух ты какой! Отлично, отлично. Ничего, ничего, ничего. У нас здоровье дофигища. Мы себе это можем позволить.
А позволишь ли ты себе это? Прям там тройными выстрелами он стреляет. Опа, еще ударчик. Да, со стрелами не получается. Оп, ничего, получится с этим. Ты посмотри какой. А, все. То есть, в принципе, у него постоянно отнима... музыка затихла, но я все чаще слышу ритм. Он ведет меня, и я ничего не могу с этим. Кара бежит. Бежит, бежит, бежит. Подзависла. Все громче и громче, как прибой океана. Да, капец, еще минус одному чувачку. Опа, опа. Все, катсценочка, что у нас там? А где босс? Дурочка, куда ты на центр сейчас провалишься? О, а что это у нее? Прикрыта писька? А, это тряпочка. Вот мы и встретились, рыбка. Это я вела тебя в штиль и в шторм. Но ты явилась сюда не ради воссоединения и не чтобы спасти меня. У тебя есть то, что принадлежит мне, амулет. Лишь одна из нас может с его помощью пробить штормовую стену древних, и я уже вдоволь насиделась на этих островах. Обнажи свое копье, деточка, или умри смертью воина. Стоп, 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 стоп. Так, мы отвар стрел. Стимулирующий стимулятор. И зелье разрушения. Отлично. Слушай, я ее долго буду гасить? Где у нее энергия? Так, мне это не нравится. Ах ты сучка такая. Опс, опс, убегаем, убегаем. Блять, откуда ты тут взялся? Угу, я понял. Так, ладно, я смотрю, ты такая непростенькая дамочка. Блять, еще эти дурачки тебе помогают. Так, давай жизни бахнем. Так, назад, 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 назад. Все для тебя. Нихера себе подлетело. Давай, немножко осталось. Немножко, детка. Сейчас мы тебя
приписюнем. Все. Получила. Что заслужила. Кстати, а я не пойму, что это за время... А, это время моих этих... улучшений истекает. Все, я понял. И проси древнюю за ее приглашение. Поможет, она наконец может нас простить. Найди свой народ и напомни им, кем мы были и кем мы стали. И чем мы стали. Ага, окей. Так, сейчас бонусы нам какие-то дадут.